Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной с 18 ноября по 18 декабря проводит второй всероссийский конкурс фото- и видеоработ по правилам дорожного движения «Дорожная грамматика зимних дорог детства». К участию приглашаются дети от 6 до 16 лет. Конкурсные работы необходимо отправить по адресу электронной почты, указанному на сайте.